Одна из самых малочисленных мусульманских общин в мире живет в преимущественно католической Колумбии. Сегодня в этой стране насчитывается всего несколько десятков тысяч приверженцев ислама. Основу мусульманской общины Колумбии составляют выходцы из арабских стран, чьи предки переселялись в Южную Америку на протяжении нескольких веков. В крупных городах Колумбии сегодня работают мечети и исламские центры. В городе Майкау ливанская община построила в конце 20 века мечеть Умара ибн аль-Хаттаба, которая является третьей по величине в Южной Америке. Эта мечеть единственная в регионе, поэтому ее часто называют просто «Ля Мескита» от испанского слова «мечеть». Мусульманский храм вмещает 1000 человек, высота минарета – 31 метр. Несмотря на свою малочисленность, община мусульман увеличивается за счет принявших ислам колумбийцев. Большинство из них – люди в возрасте от 20 до 40 лет. Почти 70% принявших ислам – женщины. Ашхаду Алла Илляха Илляллах Ва ашхаду Анна Мухаммадан Расулуллах Ва ашхаду Анна Иса Расулуллах. Мусульмане Колумбии стараются следовать предписаниям религии сами и приучают этому своих детей. Вместе они посещают мечети, совершают коллективные намазы, изучают основы ислама и читают Коран. В Рамадан колумбийские единоверцы собираются на ифтары и таравихи.